Европа. Вот на чем прежде всего держится Европа. Раньше, чем на Вольтере. Вольтер огромную роль сыграл. И это ваша французская, так сказать, свободолюбие. Но есть и другая Европа. И она противостоит хаосу, беспорядку, террору. Я очень хочу, чтобы мы дружили с этой Европой. У нас общие корни. У нас ни с кем нет общих корней, только с Европой. И только одни. Христианство. У них западное, у нас восточное, но это главное. Справедливо было сказано о том, что вот как раз во Франции транслируется противоречие с теми ценностями, которые действительно есть в Европе с точки зрения права, с точки зрения традиции. Кстати говоря,